Сюда, в Госплан, стекается информация со всей страны, и не только хозяйственная или техническая информация. Это информация о состоянии общества, социальная информация. И вот со всей нашей огромной страны эта информация стекается сюда. Вот комнаты, где работает наш отдел. Я открою одну комнату, посмотрим. Вот товарищи сидят, работают. Они на нас не очень обращают внимание. Я должен сказать, что вот по тому пути информации, которая у нас в Госплане имеется, в конечном счете самые агрегированные, самые конечные цифры информации поступают в этот подотдел. Когда сформировался план, оно потом превращается в целый поток, в дождь информации, доходящей до каждого работника, и которая определяет работу всех отраслей. Я приеду на неделю, я там с ума сойду. Как тебе, как полоумные. У меня хозяин умер. Я без ноги был. До 17 годов пришел. В 41 году он пришел. Оторвал ему ногу. Ему тебя все резали. Была только ступень оторванная. Куда это? Это тебе? Не буду нигде в свет включать, я люблю спать на пещере. Какой? Хочу хотя бы один раз. Дочка, вставай, матушка, плыть. Она работает. Корова. Корову никто не может от нее отдавить. Она никому никого не подпускает. Давай, иди. Я туда и так вот то колбаски отвезу, то из масла, то конфеты, чего-то. От нее везу вот картошку. Дорога очень дорогая, и добираться очень трудно. Потому что в автобусы это убийство, не сядешь. Тем более вся молодежь старается первые влезти. Садимся на попутные машины. Фабрика прачечная имеет план по сдаче металлолома. Это максимальное количество металлолома ей удалось сдать во время реконструкции всего производства, то есть когда заменялось оборудование, трубы, машины. И тем не менее, из года в год
Этот план, повторяясь, спускается с этой фабрики прачечной. И она из года в год ищет любые возможности только для того, чтобы этот металлолом сдать. Либо найти его на улице, либо купить его у тех, кто имеет этот металлолом, либо заплатить штраф за нарушение невыполнения плана сдачи металлолома. И это повторяется из года в год. Those books with previous in previous years were sent to some persons in the country, and they were looked through and decided that they should be kept in that department, and they were taken and sent to us. This is the mark of the censor, and this is the call number of the book, which is the place of the book in the shelf. Good morning. Have you had a rest? Yes, I'm very well. And you? Have you had a rest? А я никак не пойму, что мне делать. Well, I don't understand what I have to do.
Ночью не сплю, а днем меня тянет. I don't sleep at night, and I have to sleep in the afternoon. I have an inkling to sleep in the afternoon. Вчера я чуть на Варшавском договоре не заснул 4 дня. Yesterday I almost fell asleep at the Warsaw Treaty Organization meeting. Сан-Франциско 11 часов разница. Because it's 11 hours difference between Moscow and San Francisco. Ну, это jet-lag, так называемый. Бывает. Туда ничего. It's all right to go west, but it's very difficult to go back. С успешной встречи там. Вот шапочка-то. Вот бабушка. Беленькая дощечка. А вот тогда прямо здесь вот рядом вот и оградки пристроить. Старая бабушка! Хватит тебе в глуши жить! Здравствуйте, моя милая! Ладно, здравствуйте! Здравствуйте! Ничего! Ой, родимый! А мне Наташа приехала! Наташа Трубай! Ой! Пошли! Куда? Ты куда приехала? Я без головы. Наташа! Ой! Он тебя. Она всем по ложке. А я сейчас сама. Дайте вам по ложке. Да тут у всех, у каждого ложка-то есть. Вот. Под цветку. Ой. Это мне на Новый год подарили ребятишки. Что? А салфетку ту. А вот сюда я тебе говорила. На брючке оставили. Затырила. И какой выход вы видите? Скажите, пожалуйста, ваша встреча. Увидим. Как отношения развиваются между Россией и Кувейтом? Скажите, пожалуйста, два слова. Как развиваются отношения Кувейта с Россией? Поэтому я в соответствии со своими обязательствами, данными в предвыборный период, заявляю о своем выходе из КПСС, чтобы иметь большую возможность эффективно влиять на деятельность Советов, готов сотрудничать со всеми партиями и общественно-политическими организациями. Утренняя смена, это вообще в 5 часов вставать, ну что это такое? Вечно ходишь не выспатая, ходишь там спишь, как эта муха вареная. А так вот вечер работаешь, ну в час ляжешь, так хоть поспишь до 10, до 11, выспишься и все. И когда утро, я вообще ничего не успеваю. Popular Science Studios, Intensification 90.
Each such disk contains information equaling 120 pages of text. Three economists and two small Iskra machines comprise the entire computer center of the Oktyabr neighborhood. This is one of five such systems operating in the city. The Intensification 90 program will sharply raise labor productivity, release about 100,000 people who will be occupied in more creative endeavors. This is only, however, the first stage. The Intensification 90 program will become a part of a unified general plan of the development of Leningrad and its district up to the year 2005. Микрофон там наш. План есть план. Он у нас уже по боку бьет этот план. Вот. Значит, счетчик накручивает. Это для того, чтобы план большой, километраж нужно выполнить. Если километраж больше сделаешь, там 400-500 километров, значит, тебя наказывают. И вот для того, чтобы этот план выполнить и укладываться в определенный километраж,
некоторые люди. Двигатель подставляет и обратно накручивает спидометр. Нынче я озеро, да ведь не гости, не кину, то лида. А глядим, чтобы нам хлеб был 20 копеек бы буханка, а? Ну, на что это всех уморить с голоду? Слушай, это старуха. Уморить было и маленькие получше. Волод, а у тебя еще... А ты без Диану похорон. Какой совести на роде не стало, всем нагрели. Но глядят на дети тебе, как мы больше ничего. Ну, давай еще один. Еще один? Да. А не можешь хватить. Найди-ка, как дойдем. А? Я думаю... Хватит, наверное. Хватит? Хватит. Ну, если, господа, с весной приедете. Приедете все весной. Сейчас я буду ей свеколки. Сейчас свеколки. Слушай, а ты прям в сумку. Все ли? Вот, кстати, Госплан. Проезжаем. Вот он, Госплан. Вот там сидят, заседают. Откуда они берут такие планы, я не знаю. Если бы их посадить на наше место, они бы, наверное, подумали головой. Откуда брать такие планы?
И внедрение современной техники позволит сжать эту стопу прескурантов, допустим, вот до нескольких книг или дискет, которые при приятии могли бы располагать у себя на рабочих местах. Одну секунду, извините. Да, сейчас. Хорошо. Я прошу прощения, по срочным делам меня требует к себе министр. Тоже наша комната. Вот здесь нет никого, знаешь, где-то на совещании. Тоже такое бывает, да? Скотина. Все. Тебя удавлю же. Все. Туда пойдем. Пойдем. Спасибо, дядь. И ты ему скажи спасибо. Спасибо. Да, дядя? Билет в город. Билет в город. Билет в город. Билет в город. Билет в город.
Где мама? Оля, не мешай. А чего я мешаю? Никто не знает, она не прописана. Ты только молчи. Я детей прописала. Да Наташка одна, когда 50, когда 40 тысяч, когда побольше, когда поменьше. Понимаешь, это как? Сегодня вот 50. 40 я спрятала, хочу просто из-за того, что мы на квартиру хотим уйти. Вы какого хрена ты орешь? Ольга! Знала на куск. А, при мне, знаешь, чем? Она что торговали? Я молчала. Игорь, а что бы ты на моем месте делал в то время? Молчал бы или пошел гавкал? Мне нафиг не надо. Лишь бы меня не трогали. Может, я не права, но у меня и ребенок дорог. Сами разбираются. Чем не надо было сюда лезть? Звезда Америки? Просто. Киноактриса маленькая. А ты вот когда вырастешь, Наташа? Никогда не вырастешь. Почему не вырастешь? Никем не вырастешь. Вот и все, Игорь. Вот ты так вот. Поврете на меня, да? Я вам что, обезьяну? На обезьяну ты не похожа. Игрушечная, из которой только играют. Поняли? И никогда не надо на меня орать. Я тоже все-таки дитё. Кончай, говорит.
They have just taken, you know, this palace of press, and now they want to take the tower of television. I think it's the last step of democracy, shout of Gorbachev. It's finished. Донецкие шахтеры, все трудящиеся Донецка, всесоюзная политическая забастовка о нашей решимости, нашем единстве, нашей готовности отстаивать свои права и цели. Назад пути у нас нет, путь один, вперед! Я передаю обращение представителю Макеевской. Дело все в том, что хорошо. У нас торговля сплошная мафия, начиная от самого верха до самого низа. Вы возьмите, говорите, в магазинах ничего нет. В магазинах нет ничего, но на рынке из у спекулянтов есть все. Как же так получается? Что мы не производим? Что мы... От необдуманных безрассудных решений, которые принимает наше правительство... Thank you.
Поздравляю вас. Ну, откройся там с решеткой, я не могу нет, стоять. Ты говорить, нет? А? Ну, давайте, вообще. А что ж я должна разговаривать с людьми, общаться, что я преступница, я полкопейки ни у кого не взяла. Вот интересно. Не надо? Отлично. Хорошо, что я еще и без личика хожу, у меня еще и все в порядке. 45 лет. Не нравлюсь. Вы должны гордиться, что женщина ходит из номера чисто плотная. Состояние здоровья знаете, все время проверяете, да? Всегда чистоплотная. Беспартийная, партийная. Беспартийная. Значит, сексуальная женщина должна быть партийной. Русская? Ну, не еврейка, а русская. А если была еврейка, была бы хитрая. Мы будем отвечать на... Ну, была бы еврейка, была бы хитрая. Поставленная была вопрос. Бы татарка, была бы тоже хитрая. Значит, как попали в космос сегодня? Откуда? Откуда он? Да. Англичанин? Англичанин. Англичанин, да. Он джентльмен. Они вообще с понятием о жизни. Это же не русский советский человек, который предложив выпьет, а потом бесплатно будет трахать. Да, розетой. Матот? Матот. Че армии швадота, я каннибалы. Матот, это розетой, с тобой говоришь. Взяли. Вроде все. До свидания. Спасибо большое. За вас спасибо. Дождик, не холодно тебе? Я вот замерз совсем уже, ужасно просто. Я тоже. Ой. Спасибо большое.
нас за шкирку брали и вышвали. А все так поступали? А мне надо осторожно. Сейчас может автобус подъехать из 108-го отделения и забрать меня. А почему ты заберешь? Если ты со мной, мы здесь кушаем, все равно без проблем. Так, я прошу рассаживаться. This is the city's largest department store, where a computer center helps process the huge flow of information from the various departments. И ежемесячно сообщают нам сюда. Мы эту информацию обрабатываем на компьютерах, вот примерно в таком вот виде она. Эта информация примерно в таком виде, но по существу мы знаем, как обстоят дела в торговле всеми товарами, всеми основными товарами народного потребления. Есть еще и дополнительные источники, специфические источники информации. Панели потребителей, специально обследуем население. Да. Промышленность прислушивается иногда нашим научно обоснованным прогнозам, но, к сожалению, чаще всего реагирует очень медленно. Ну, например, в свое время была проблема с производством обуви на толстой подметке, на платформе. Наша промышленность начала в должном количестве выпускать эту обувь только тогда, когда она уже вышла из моды.
Есть картошка? Картошки нет, совсем. Совсем? Когда? Как привезут в поле, так и будет. Вы на картошку ставьте? Картошка. Будет картошка. Будет, будет. Без картошки пойдем. Не бывает. Сейчас же мне сейчас все есть, еще ничего нет. Что вы действительно говорите? Неправда. Ничего нет. А иди в холодильник, укажу поломать. Да ты, вот он у тебя и есть. У меня литер. Да пенсионер. Да пенсионер, у тебя такие талоны дают. А вот мы них ничего, мясо даже уже неделю не можем найти. Давай, громко. А что мне бояться-то? Я что? С Америки, что ли, приехала? Ну, зато с Америки приехала. Да. Ага. У вас все хорошо, у вас все прекрасно. Все прекрасно. Все хорошо, у вас все прекрасно. Вот вы скажите. Иди лечись. Все у вас прекрасно. Видишь вы, коммунисты. А чего ты распускаешь руки-то? Драться-то. Коммунизм. А. Да. Мне уже 76 год. Вот я коммунисты. Я не внучку. Да. Я не защищаю. А в общем, лодырь много у вас стало. Господа стали. Не господа, да. Мы еще работаем. На пенсии мы работаем, а вы нам не работаете. Работала. Уже. Я не дам в ком-два, как кончила работать. Да. Уборщицей работала. When Gorbachev became president, one of his major power bases was the military. But now, in this state of instability, the question is, who will this organization side with? The position of the president and the stability of society and the state will depend on it.